прекрасно понимаю те настроения и те эмоции, которые передает Борислав, например, да? Но давайте вот мы же говорим о войне. Вот буквально 2 минуты. Смотрите. Условно говоря, мы собрались силами, получили оружие из американцев, шандарахнули, выкинули сепаратистов с территории Донбасса, установили украинский флаг там на границе. Гипотетически предположим, что Россия при этом не вступит в полномасштабную войну, что, конечно, невероятно, 100% вступит. Ну, допустим, Крым это Украина? Украина. Соответственно, следующий шаг – выкидывать россиян из Украины, из Крыма. Соответственно, необходимо освобождать Крым? Необходимо. Чтобы освободить Крым, с чисто точки военной точки зрения, логично, наверное, не на полуостров наступать, а отрезать российскую группировку наступлением до Волги. Мы нормальные, вменяемые люди. Мы способны победить огромную Российскую Федерацию, где на границе стоит 50 тысяч подготовленных бойцов с ядерным оружием в страну. Да это просто бред. Поэтому просто давайте честно признаем, что военного способа Украина победить не в состоянии.